Футбола вас приветствует в этом стандартном положении. Низом бьет, попадает Джапарова. Джапаров! Ой-ой-ой! Едва не перебросил. Клубом и в финале лишь Эльбину уступили в серии пенальти. Хотя были гораздо ближе к победе, чем Эльбин. Джапаров, его фирменный удар. Калинин с левой как попытался пробить. Готовится седьмой номер Бахрукада, капитан. Удар и штанга! А коснулся ли Абдулахмагаджи мяча? Спас ли он свою команду? Или все-таки он прямиком угодил правую желтую карточку? Пришлось воспользоваться знаниями оператора. Штанга на штангу, а этот раз Арсен Рамазанов. Далеко это наступление Майкода не прошло. Отличный пас! Отличный пас, выполнил его. А вот он и начался. Тельман Гаджигусейнов возвещает. А Джапаров. Джапаров как увидел и передачу сделал, которая могла стать голевой. Попади Гаджимурат Шарапудинов. Мечат немного футболисты Бахрукада. Вот такая передача давно требовалась. Абдулагатов, выносливый удар. Абдулахмагаджиев. Поэтому не нужно идти на далеко штанги. И сразу поднимает руки сразу несколько игроков. Нет, не было. Гайбек Манапов, Аман Калинин. Хороший ложный замах Калинина. И удар, да не угол, Шангиреев. Несмотря на то, что он ушел от него. Положительное действие. Ошибается Майкон. Это редкая атака. Не воспользовались превосходнейшим моментом. И клубы, которые играют против них, сталкиваются с этой проблемой, когда вот соперник бегает. И причем этот темп сохраняется на протяжении всего матча. Адам Абдулахмагаджиев. Начинать атаки. Вы знаете, такую мысль выскажу. Этот счет абсолютно закономерен по этой игре. Абсолютно. На победу ни те, ни другие не наиграли. Какая ошибочка, Майко! Все-таки мы увидели с вами в этом матче гол. Такая системная ошибка возникла в обороне у Бахрукада, который весь матч остановлен времени матча, но не о добавленном. И не о попытках, которые будет предпринимать, как спасает Абдулахмагаджиев. Ну вот теперь его возвращение. Из всего, чего касается индивидуально развитого полузащитника, у него есть опасно, но как не везет Бахрукада. Удивительная, тяжелая победа. Удивительная игра, прошу прощения.